Вооружившись главными уборочными приспособлениями, работники культуры с утра начали убирать территорию детского парка. Работа кипела по всем фронтам. Собирали граблями листву и мелкий мусор в полиэтиленовые пакеты. У берега речки убрали крупные ветки. Работала спецтехника, вывозили мусор. И сегодня светит солнышко, мы дружно, с оптимизмом, с любовью к своему любимому городу вышли и наводим здесь порядок, чтобы было чисто, уютно. И завтра можно уже приходить иномчанам и здесь отдыхать, потому что, наверное, работники культуры постарались на совесть. Если каждый человек не будет сорить, вот как минимум, и будет подбирать каждую лишнюю оброненную бумажечку, тогда мир станет чище. Все должны всем миром выходить и убирать возле себя территорию. Молодежь Анапы тоже хочет видеть свой город благоустроенным. Студенты анапского филиала МГГУ имени Шолохова привели в порядок территорию рядом со своим учебным заведением. Будущие специалисты вычистили все газоны, подмели дорожки, собрали мусор. Уборка улиц и скверов курорта к летнему сезону продолжится, чтобы уже на майские праздники Анапа встретила своих гостей красивой и ухоженной. Алина Гумерова, Роман Карпов, Анапа регион.